ГИБДД активно готовит детей к новому учебному году. После продолжительного летнего отдыха учащимся особенно необходимо напомнить о правилах безопасного поведения на дороге. И сегодня в аэропорту Якутска сотрудники госавтоинспекции встретили прибывающих с отдыха родителей с детьми. Инспекторы рассказали детям о поведении на дорогах перед 1 сентября. Госавтоинспекция рекомендует родителям самого раннего возраста обучать детей дорожной грамоте. Напомним, что с начала года в республике зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. К сожалению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост по числу автоаварий и по количеству пострадавших детей. И мы бы очень надеялись на то, чтобы эта печальная статистика дорожных происшествий с детьми не прирастала.